Сейчас я вам расскажу историю. Историю двух рисунков моей доченьки Наденьки. Вот она с натуры рисовала, ей 6 лет, и она нарисовала два очень похожих рисунка. На одном нарисовала деревце с цветами, на другом нарисовала пальму. Вот. И они очень одинаковые, отличить их очень сложно. Ну и как родитель попытаюсь понять мотивацию и что откуда пошло. И на том почти одинаковое нарисовано, на одном цветке, на другом радуга у пальмы. Ну вот, попробуем разобрать ход мышления ребенка. Вот это деревко я попросил ее нарисовать. Она его нарисовала. Но потом там цветочки, все. Потом вдруг резко решила нарисовать пальму. Да, здесь пальмы вот такие красивые, они ветвистые, все. У них даже кокосы растут. Вот они, кокосы у наших. Вот они там даже в этом будут нарисованы. Вот, и пальма такая, вот она такая полосками. То есть никто ей ничего не суббировал, не внушал, ничего. Она просто начала с рисунка по просьбе моей вот этого деревца. Она его нарисовала, а потом вдруг резко нарисовала пальму. И мы покажем вот эта картинка. Вот. И то есть как в стиле Сальвадора Дали в сознании ребенка просто трансформировалось различные события и образы. То есть, и также мы заметили, что она часто рисует дома, а возле них, вокруг них какие-то кубики. Оказалось потом, что это главный дом, это наш дом, а остальные все эти кубики, которые стоят, это вот посады, это огражденные территории других вокруг домов. И эти кубики – это другие дома. Вот они стоят вокруг нас. Вот. И вот вы видите, как здесь они нарисованы. То есть вот воображение ребенка очень интересно. Стиль, начиная с Сальвадора Дали. Вот, видимо, Сальвадор Дали имел именно такое воображение ребенка, которое в дальнейшем трансформировалось в нечто такое, что сделало его великим. Вот. Мы попробуем Наденьке не просить ее описывать, что она делает, просто-напросто будем наблюдать за ней, потому что если она начнет играться в описание, то есть она, возможно, потеряет ту свободу образного мышления, которая есть пока у нее сейчас, как у ребенка. Вот, вот все начиналось с этого деревца. Патным гоа.